Итак, мы приехали на площадку перед загрузкой на паром. Мы, похоже, пока единственный прицеп, единственный караван. Наверное, поэтому нам выделили отдельную очередь. Отправляемся мы с Пикки на рыбалку. Не знаю, что мы словим. Ну вот, это лодочка. Как мы будем ловить, на что мы будем ловить, не знаю. Видимо, мы поплывем вдвоем. Привет! Называется Аустурс. Ну что, Юрий? Аустурс, Юрий. Выдвигаться будем? Что-то ловить будет, наверное, парнишка ловить. Профи. Офигеть! Профи. Юра, покажи, поверни боком ее. Сколько она? How much kilograms? Офигеть! 7 килограмм? 8 килограмм? Ничего себе, сейчас я... Круто! Сейчас я фотку еще сделаю. Так. Вот, блади, блади. Смотрите как. Вот, 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 вот. Голову и сразу потроха. Финиш. Вот порыбачили, так порыбачили. Что-то там упало. А, рыбина. Вон еще оттуда. Вон ее ловят. Вот она. Сейчас, видите как? Сразу раз ножом крошку отпускают, чтобы... И вот так. Да, конечно. Что нам тут? Гуд. Вот что у нас. Вот это рыбалка. Да. Вот, друзья. Два вместе. Давай две рыбины. Ловим, это я сейчас поймала. Класс. Ловим минут 15, наверное. Вот. Это треска? Фиск? Фиск? Фиск, треска. Ну, какие красавцы. Спасибо нашему капитану, что он нас принес на эту рыбалку. Это круто. Это круто. Один килограмм. 56 килограмм рыбы. Ничего себе. Вот, я так поняла, что мы ловили. Туда. Unreal! Юра, греби. Я тебя снимаю. Юра, греби. Как ты, Юра, там? Юра, сейчас врежемся. Ну, понятно. Юра. Сзади. Возвращаемся домой. На Кристадир. Какой-то мох чуть-чуть стал появляться. А тут опять. Смотрите. Это нас Кипа специально подвозит. Забыла, как его звать. О, это кто? А кто это? Птенец.
это одно новое блюдо. Сейчас оно пошло. Раз. О, пошло. Да. Делаем два. Треску. Пытаемся что-то. Рецепт известный. Ленин. Известного человека. Да. Да. Если не получится, да, Лена. Мы знаем, кто виноват. Мы знаем, кто будет виноват. Все претензии. Яйца желтые, какие исламские видно. Мы встречали петуха, кстати, здесь одного. Да? Да, вот там, где викинговское кафе, там один был. Ага. Поэтому такие яйца дорогие. О, наверное, только он один-то и... Вау. Лена! Рецепт твой. Схватывается, как велено. Мурчащая. Салфетки я приготовила. Нет, так вот. Холоднее. Поворот. Надо сделать это быстро. Ух ты, первый поворот. Процесс идет. Ага. Процесс идет. Вперед резки. Я думаю, что это будет очень вкусно будет. Посмотрим. Приятного аппетита. Yeah.
пошли прогуляться к водопаду. Поужинали вчерашней ухой, рыбкой. Там малышки такие идут. Вон водопады красивые. Чуть-чуть накрапывает дождик. Небольшой кемпинг, машин немного. 5 водопадов вокруг. И вот идем. Вау! И вот такое дело встретили. Привет нам машут. Вы представляете? Вот так вот. А вот так вот. А вот так вот. Красота. Вот где надо свадьбу-то справлять. Замечательно. Просто. Как романтично, посмотрите. Очень романтично. Молодая пара.